Если вы подыскиваете себе профессиональную игровую мышь, то есть смысл приглядеться к линейке геймерских устройств GX Gaming от компании Genius. Именно в рамках этой серии выпускается мышка Death Taker, о которой пойдет речь в нашем обзоре. Отличительная черта линейки GX Gaming – Скорпион, изображение которого и нанесено на крышку Death Taker. В общем, мышка выглядит несколько пестро. В оформлении применен как матовый, так и глянцевый пластик. Боковая сторона под большим пальцем имеет soft-touch поверхность, а сверху красуется вставка серебристого цвета, которым оформлены и некоторые кнопки. Не забудьте про подсветку. Колесико мышки, логотип и кнопка переключения разрешения светятся. С помощью фирменной утилиты меняется скорость пульсирования подсветки, яркость и цвет. Форма у Death Taker несимметрична, поэтому сгодится она лишь для правшей. Несъемная на вид крышка сверху держится на корпусе за счет двух небольших защелок и магнита. Под ней оказалось пространство для резиновой формы, куда вставляют дополнительные грузики. Если Death Taker показался вам излишне легкой, просто добавьте пару-тройку из них. Помимо привычных кнопок и колесика на корпусе, есть также кнопка, изменяющая чувствительность устройства. Две для разделительной настройки осей, а также кнопка Macros. Эти функции легко переназначаются в фирменном ПО. Мышь оснащена лазерным сенсором Scorpion GameCore 2 с максимальным разрешением 5700 dpi и возможностью точной настройки с шагом 90 dpi. В работе Death Taker оказалась плавной и тихой. Кнопки нажимаются с ощутимым кликом, но практически беззвучно, что оценят любители играть по ночам. Устройство отлично справляется со своей задачей на любых поверхностях. Правда, со стеклянными ковриками могут возникнуть проблемы. В целом, Death Taker является достойным геймера продуктом с высокой функциональностью и неплохим дизайном. Кому-то понравится яркий выразительный внешний вид с подсветкой и оригинальной формой, а кто-то оценит качественный лазерный сенсор и тихую работу клавиш. В любом случае, при выборе игровой мыши присмотреться к Death Taker стоит.